Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня мы посмотрим на кредитную карту пользы от Home Credit Bank. Тоже небезызвестная кредитная карта, пусть она и не лучшая из тех, которые выпускает Home Credit Bank, но уж точно она составит конкуренцию кредитным картам, которые выпускаются многими российскими банками. Почему? Ну, тут достаточно, в принципе, взглянуть на тариф. Во-первых, процентная ставка по этой карте начинается от 10,9% годовых. Это, конечно, не рекорд, прямо скажем. Но вкупе с другими преимуществами получается очень даже неплохое предложение. Кредитный лимит до 700 тысяч рублей доходит, и кэшбэк за покупки в выбранных категориях достигает 5%. Здесь можно даже посмотреть, вот тут список партнеров, и показано, сколько процентов они делают скидки. Вот МВидео от 2%, например, Сантехника тут от 4,1%, Алиэкспресс от 2,7%. То есть такие партнеры, это как бы где мы покупаем что-то в обязательном порядке. Ну вот, например, я давненько уже в Литресе ничего не покупал, хотя от 21% дают скидку. Поэтому есть из чего выбрать здесь, и магазины здесь такие известные. Начисление баллов 1% кэшбэк за любые покупки, 5% кэшбэк за покупки в выбранных категориях и до 30% кэшбэк за покупки у партнеров. Подключение договора к программе «Польза» 149 рублей в месяц при совершении покупок на сумму до 7000 рублей за расчетный период, при покупках на сумму от 7000 рублей при условии их подтверждения, а также при их отсутствии не взимается. Льготный период до 2 месяцев доходит, в принципе, нормально. И вот здесь на что еще обратить внимание нужно. Ставка при оплате товаров и услуг, если вы вылезаете за пределы грейса, от 10,9 до 31,5 годовых. То есть в зависимости от наименования банковского продукта и кредитного лимита. Я понимаю, конечно, что это не рекордные процентные ставки, но диапазон довольно-таки комфортный. Даже если вам 10,9 не одобрят, то получив ставку, ну скажем там 19-18%, вы все равно получите нормальный вариант. Если вы снимаете наличные с банкомата, либо переводите по номеру карты, 49,9% сразу же ставка увеличивается. 3% от судной задолженности минимальный платеж составляет, минимум 500 рублей идет. СМС-пакет дорогой, 99 рублей в месяц, ну и дополнительные здесь договоры, если подключаете, тоже стоят денег. Вот финансовая польза, например, 199 рублей в месяц. Комиссия за перевод по номеру карты или снятие наличных 5%, но минимум 500 рублей. Если говорить о требованиях к заемщику, то они предельно лояльны, от 18 до 70 лет возраст, трудовой стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев и паспорт гражданина. Ну и погашать задолженность по карте очень удобно, вариантов очень и очень много. Можно с любой дебетовой карты через интернет-банк. Карты поддерживают бесконтактную оплату, ну и в принципе это современный продукт, который очень удобно использовать. Если у вас вопросы возникли по данной теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам доброго.